Всем здравствуйте. И рабочие моменты уборки у щенят. Всех выпустили. Все носятся. Мешают как могут. Разорвали кошкину когтеточку. Что-то надо думать. Малышня пока отдельно. Так, зачем ты туда забрался? Разрешите вас спросить. Кто чем занят, кто смылся в контейнер, сейчас набегаются, потом идут спать. Там что-то надо грызть, причем грызть надо не игрушки, а именно то, что им грызть не надо. Здесь вообще завернули все. Игрушек полно. Ну, интересно, не то, что под запретом. К вопросу о ТЭС, что она у нас мучается. И мы ее заставляем жить с собаками. Попробуйте заставить свою кошку залезть туда, куда она категорически не хочет. Получится у вас или нет? Вот она пришла. Это у нас большая комната для щенков. Здесь они поближе ко мне, и здесь я их приучаю порядку. Первое время они находятся вот в таких вольерах для того, чтобы они привыкли к пеленке. Потом вольеры открываются вот так, как сейчас я вот это сделала. Щенки гуляют и учатся приходить, возвращаться на свою пеленку. Пока они маленькие, пеленками застелено все, и, естественно, спрыгивая со своего лежака, они могут напрудить и рядом возле лежака. Но постепенно приучаются отходить подальше, в сторону. И начинаем раздвигать пеленочки подальше, 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 переводя уже туда, куда нам нужно. Как только щенки научатся строго ходить на пеленку, именно в то место, куда нам нужно, щенков перевожу в щенятник. Там у них целая комната. Там они уже, пеленка лежит тоже в определенном месте. И они ходят в туалет на пеленочку. Убираться значительно легче. Так как у нас щеночки прививаются, проходят карантин и на улицу, ну, практически до 3 месяцев они не выходят. Пеленки – это вынужденная мера. Когда щенок переезжает, вы приучаете собачку под себя. Кто-то ходит строго на пеленку, кто-то в новом месте теряется, и нужно приложить какое-то время, день-два, чтобы щеночек понял, что вы от него хотите. Ну, вот как-то так. Занялись мячиком. Кому-то нравится помягче, кому-то нравится пожестче, а кому-то вообще ничего не нравится. Так, ладно, мне надо пеленки стелить.
Дальше вот эту тоже подменить. Так что пока отключаюсь. У нас веселье. Так каждое утро. Ну и снимать одно и то же, в принципе. Опа, опа. Тест все проверил, у нас все в порядке. Так, отвали. Кто чем занят? Кто смылся? Контейнер. Сейчас набегаются, потом идут спать. Там что-то надо грызть. Причем грызть надо не игрушки, а именно то, что им грызть не надо. Здесь вообще завернули все. Игрушек полно. Но интересно, не то, что под запретом. К вопросу о ТЭС, что она у нас мучается. И мы ее заставляем жить с собаками. Попробуйте заставить свою кошку залезть туда, куда она категорически не хочет. Получится у вас или нет? Вот она пришла. Это у нас большая комната для щенков. Здесь они поближе ко мне, и здесь я их приучаю к порядку. Первое время они находятся вот в таких вольерах, для того, чтобы они привыкли к пеленке. Потом вольеры открываются, вот так, как сейчас я вот это сделала. Щенки гуляют и учатся приходить, возвращаться на свою пеленку. Пока они маленькие, пеленками застелено все, и, естественно, спрыгивая со своего лежака, они могут напрудить и рядом возле лежака. Но постепенно приучаются отходить подальше, в сторону. И начинаем раздвигать пеленочки подальше, 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 переводя уже туда, куда нам нужно. Как только щенки научатся строго ходить на пеленку, именно в то место, куда нам нужно, щенков перевожу в щенятник. Там у них целая комната, там они уже, пеленка лежит тоже в определенном месте, и они ходят в туалет на пеленочку. Убираться значительно легче. Так как у нас щеночки прививаются, проходят карантин, и на улицу, ну, практически до 3 месяцев они не выходят, пеленки – это вынужденная мера. Когда щенок переезжает, вы приучаете собачку под себя. Кто-то ходит строго на пеленку, кто-то в новом месте теряется, и нужно приложить какое-то время, день-два, чтобы щеночек понял, что вы от него хотите. Вот как-то так. Занялись мячиком. Кому-то нравится помягче, кому-то нравится пожестче, а кому-то вообще ничего не нравится. Так, ладно, мне надо пеленки стелить. Дальше вот эту тоже подменить. Так что пока отключаюсь. У нас веселье. Так каждое утро. Ну и снимать одно и то же, в принципе. Опа, опа. Ha ha.
Тест все проверил, у нас все в порядке. Так, отвали.